Вот дядя Леша. Да, дядя Леша снова с нами. И мы выбрались на немецкий блиндажный городок, который вот мы ранее весной начали зачищать. Вот блиндаж, который мы тогда до конца не докопали. У нас тут и цепь сломалась, и все на свете. Заливало его беспощадно. Сейчас лето такое жаркое, засушливое. И хотя бы вода с округи чуть-чуть подушла. Вот. А так он тут до краев был залит, и вокруг вода была. Когда мы уже позже сюда приезжали. И через него проходила вода? И через него, да, вода текла. А он оттуда и туда. Вот. Так что начнем с этого блиндажа. Потом перейдем дальше туда, где дядя Леша. Там еще один блиндаж, там где знаки были. Вот, со всякими кокардами и прочее. Там дядя Леша будет вход выход добивать. Вот. Ну а потом у нас на самом деле есть еще один блиндаж, вот там дальше, в кустах припасен. А будем его копать. Дядя Леша там в свое время начинал копать вход-выход. Вот. Рядом там, потому что был еще один блиндаж здоровый. Но мы его вынесли. Я его как раз когда добивал, там выход. Дядя Леша в соседнем блиндаже выход рыл. Вот. А сам блиндаж мы так и не трогали. Так что потом переместимся на него. Так что у нас на очереди три блиндажа. Начинаем с этого. И посмотрим, чего там, что будет. Погода жаркая. Сегодня у нас 27 градусов. Воду выкачали все. Сейчас докачиваем, зачищаем, сделаем сливную яму и будем копать. Дядя Леша у нас там говорит, угря поймал. Наверное. Кого-то поймал. Ну, гад плавает где-то. Смотри-ка, рыбина. Что будем делать сегодня? Уху? Уху. Уху. Похож на сомика. Смотри, у него какие там, ой, извиняюсь, усики. Может быть, я не знаю. Ну что-то у нас сом, не сом. Но угря не похоже. Ну угря не похож. Откуда там сом взялся? Ну так тут такие реки сквозь блиндажи. Да, докопали мы блиндаж довольно быстренько. У нас тут дождик полил. Сейчас закончился. Вот. Чуток наковыряли. Так, это у нас дядя Леша на находке. Такая вот штука непонятная, полая.
остатки этих воспламенителей. Вот он, граната М24. Пуговка штанов алюминиевая, пара патронов и лозантиница, средство дегазации для кожи, немецкая штукенция, 39-й год. Так, сейчас я сниму человек. У меня, в общем-то, не намного больше, но чуть разнообразнее. Ну, патроны 7.92 немецкие, это понятно. Один вот 9-миллиметровый. Так, пуговицы от кителя 5 штук. Опять вот эти вот Брендсундер 24 из немецких гранат М24. Такой вот какой-то тюбик нарылся. Раньше такие не попадались. Вот, да, монета. Монета немецкая, веймарская. 2 Феннинга. 24-й год. Солнышко появилось, налетели, слепни. Вот, в общем, такие дела. Лёха там начал уже соседний блиндаж добивать. Будем дальше передвигаться. Пока дядя Лёша добивает второй блин, выход. Тоже что-то там попадается ему. Ну, мы потом посмотрим. Вот. Сейчас поставили помпу на откачку вот третьего блиндажа. Вот здесь дядя Леша когда-то рыл. Попадались тут какие-то находки разные. Это выход блиндажа. А так блиндаж вот он. Воды здесь уже тоже подошло, не так много. Качаем. Качаем. Пол вроде как на месте. Так что я думаю, самое интересное будет с этого блиндажа. Вот. Такие пироги. Слепнее вообще море летает. Крапива жжется. Жарище на улице. Вот блиндаж мы откачали. Сейчас начнем его сзади и туда. Помаши ручкой. Или ножкой помаши. Чем блиндаж. Копаем. Дядя Леша у нас уже на полу стоит. Сейчас вот расчищаем верхний слой весь. От грязища, всяких веток, бревен и прочего. Сейчас вот так вот будем брать половину, даже может чуть больше. Так вот все снимем до пола. И потом уже пол будем снимать, перебирать. Смотреть, что на полу, что под полом. И потом туда пойдем на выход. Работы еще много. Силы нас не покидают. Слепни уже стали. Перестали нас особо атаковать. Стало полегче. Вот такой вот блиндажик. Это у нас задняя стена. Так. Расчищаем блиндаж. Там ведерушек где-то
под полом ящик какой-то. В принципе, его для нас тут неплохо покопали на редкость. Вот, поэтому всякая мелочь попадает немного. Мы еще толком с полами не разбирались. Блиндажная свечка. Вот. Защитный колпачок от гранаты М39. Воды. Зубная паста Blendex. Вот какая-то непонятная шильда железная с каким-то зацепом. Возможно, был шатлен. Непонятно. Видимо, было что-то приклепано, уже не приклепано. Вот. И кусок ремня тут. Не помню, от чего. От радиостанции вроде. Точнее, от полевого телефона. Вот. Ладно, пойдем дальше. Копать. Так, мы с дядей Лешей уже большую часть блиндажа выкопали. Уже есть кое-какие находки. Сейчас часть у нас уже за бортом лежит. Сейчас просто... Ой-ой-ой. Слепни-слепни. Сейчас там тоже что-то симпатичное показалось дяде Лёше. Сейчас заснимем, как оно появляется на свет спустя годы. Стой, 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 стой. Оно лежит. Нержавеечка. Сейчас, сейчас, сейчас. Давай, тяни. Сейчас. Потихонечку. Оп. О. О. Ножичек вот с нержавеечки. Немножко. Завалился. Вот такой вот ножичек перочины, Росфрай, Золинген, нержавейка, немецкий ножик. Это маленькое лезвие тоже. Вот такая вот симпатичная вещица. Так. Оп. Дальше у нас тут серебряное обручальное кольцо 800-й пробы. Так вот, карандаш. Да, может, французский? Что-то не похож вроде на немецкий. Так вот, карандашик. Консерва. Я думал, сырок это была консерва. О, а может, баночка? Может, баночка. Ну, баночка, наверное. Консервная. Да, Леша принес нам остатки какой-то баночки с надписями. Так, мне в чехле попались. Вот такой вот механический карандаш. Четырехцветный. Красный, зеленый. Тут не вижу какие. Так. Ты выкидывай чуть в сторону, а то ты тут четко попадаешь. Так.
И перьевая ручка. Вот такая. Осмия Супра. По пишущим инструментам уже ударили нормально. Вот у нас тут всякая мелочевка уже набирается. Так, ну и крупнячок. Класс, вот. Патронный ящик немецкий. Такой вот, без крышки, правда. Вот такой вот сохранный, как видите. Ладненько. Ну вот мы и доколбасили этот блиндаж. Вот так теперь он выглядит. Мы его вынесли по полной программе. Вот они там. Видны и стены. Все полованы весь сзади. Там доски, бревна. Но больше, в принципе, ничего такого не попалось. Так, мелочь всякая. У нас тут некая картинка. Еще один колпачок попался на М39 41 года. Ага. Отличный сохран. Такая вот баночка. Какая-то Райла. Наверное, крем какой-то. Ну, без крышки. И тут подгнило с одной стороны. Да. Чего еще? Вон была граната М39, но эти одна скорлупа осталась. Сгнила. Развалилась. Давайте. Штамп приемки военной красочкой сохранился. Вот. Что тут еще? Ну, патроны, ничего такого. Какие-то пробочки всякие, запчасти от гранат. Пока больше ничего интересного. Вон какой-то носок шерстяной, зеленый, с резинками. Рваные, драные. Вот. Вот. Такой натюрморт у нас без ящика получился. Нашлась еще вот, нашелся такой еще колпачок тоже пишущий ручки. Вот и пробка такая вот от конечной бутылки. Хеннесси. Вот, ну и на сегодня, пожалуй, все. Всем пока. Всем пока. Я держу, помашу ручкой. Так вот мы прокатились. Нормально. Выбрались ночевочкой. Не спеша покопали. Вот. И, в общем, квадрат мы этот закрыли. В следующий раз поедем уже в другое место. Копать другие блин, даже
это будет в следующий раз. Поэтому всем пока. Пишите нам что-нибудь. Мы обязательно посмотрим, ответим. Ну и вообще, надеюсь, всем было интересно, что у нас тут происходит иногда. Всем пока. Да, странненько.